народном сознании башкир и татар эпоха Волжской Булгарии стала своего рода «золотым веком», образцом благоденствия и благополучия. Она предстает временем, когда жили справедливые правители и великие мудрецы. Вот только известно об этих людях крайне мало, а то и вовсе ничего, кроме имени. Большинство летописей погибло в пожарах монгольского нашествия, походов Тамерлана и завоевания Ивана Грозного. А в сохранившихся источниках миф и реальность переплетены так сильно, что неотделимы друг от друга. Кул-Али перебрался на родину отца, в устье Зая. Спустя 3 года, во времена Субайхана, в устье Зая появился дракон. Опасаясь дракона, население Зая перебралось в устье Черемшан и основало там город. Назвали его Була. Тадж-ад-Дин Йылсыгул аль-Башкурти, Тарихнамаи Булгар. Произведение Тадж-ад-Дина Йылсыгула аль-Башкурти «Тарихнамаи Булгар», написанное в 18 веке, представляет собой подробное шежере башкирского рода Айле. Можно по-разному оценивать эту работу и критиковать ее фантастические элементы, но важно другое. Это единственный источник, содержащий биографические сведения о великом поэте Кул-Гали, основоположнике башкирской и татарской письменной литературы. «Мой господин, я недостойный к тебе обращаюсь, в надежде, что ты мне даруешь успех. Наполни дух мой светом, о хозяин, могучий дай и острый разум мне». Кул-Гали, сын Мир-Хаджи, родился в 12 веке в булгарском городе Кашан. В поисках знаний он покинул родину и отправился в Хорезм. Там Кул-Гали получил образование и затем в течение 45 лет делился знаниями с окружающими. Он был мударисом. Спасаясь от завоевателей, которые разорили Хорезм, Кул-Гали бежит к киргизам и через их земли возвращается в Булгарию. Там и была написана поэма «Кыса и Юсуф». Теперь известно, что вот эта повесть прекрасна среди поэм и изречений, сладчайшая и легкая на слух, основанная частью на Коране. В основе сюжета поэмы лежит кораническая история о пророке Иосифе Прекрасном. На протяжении 12 глав поэт описывает злоключения и приключения пророка. Он живописно рассказывает об опасностях, которым подвергается Божий посланник, и с удовольствием рисует нравственные подвиги, которыми Иосиф отвечает на вызовы жестокого мира. «Даруй мне сил дорогой мудрости пойти, разумные сердца позволь обогатить, поведать о судьбе Иосифа пророка, да будет ум высок, а речь красива». В центре сюжета истории любви к Иосифу прекрасной Зулейхи, жены египетского царя Кытфыра. Пророк отвергает чувства женщины, ибо хочет и не может приступить божественный закон и человеческую нравственность. Зулейха мстит, не в силах обуздать себя, клевещет на возлюбленного и требует заточить его в тюрьму. Разлука длится 40 лет, умирает царь, выходит на свободу Иосиф. Он добивается высокого положения и снова видит Зулейху. Она состарилась и ослепла, но не забыла любимого. К Зулейхе возвращается молодость, влюбленный женится. Такова по Кул-Гали сила любви и раскаяния. Иосиф примиряется со своими братьями, которые продали его в рабство, прощает их и умирает в почете и достатке. Поэма заканчивается призывом к добру, состраданию и Божьему милосердию. «Составил это жалкий раб Гали. Он разложил историю по строчкам. О, милосердный Бог, прости мои грехи, надеюсь я на милости твои». Если бы Кул-Гали оставил после себя лишь эту поэму, его заслуги перед Родиной уже были бы неоценимы. Ведь на судьбах героев сказания о Юсуфе 7 веков учились добру,
чести и справедливости наши предки. Кысай Юсуф стала краеугольным камнем башкирской и татарской национальной литературы. А сам Кулгали, башкир из рода Айле, отдал родине не только талант, но и жизнь. Он погиб, защищая Биляр от монгольского нашествия.